Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом домашнего мороженого. Для этого нам понадобится молоко 0,5 литра. Лучше всего берите домашнее, мне оно больше нравится. Сахар, песок 150 грамм. И 5 штук яичных желтков. Это один у нас там получился двойной. Это одно яйцо, но двойной желток. То есть 5 желтков. Все это надо будет хорошо взбить, и будет прелестное мороженое. Начинаем желтком. Желтки загружаем в миску. Туда добавляем молоко. Молока добавляем немного, чтобы оно легче взбивалось. И пошла где-то треть или же весь сахар. И теперь начинаем взбивать. Включаем. Берем вначале венчик. Берем венчик, взбиваем венчиком. Можно по часовой стрелке, можно против часовой стрелки. Как вам удобнее взбивать, так и взбивайте. Самое главное, почему мы не берем белки, потому что белки всегда, как мы знаем, и в тесте, и очень тяжело взбивать. А самое главное в мороженом что? Это то, что надо его прекрасно взбить, и не должно быть никаких крупинок. Когда вы его собьете, вначале мы все это размешиваем вручную. Берем миксер и размешиваем. Друзья, мы его вручную венчиком взбиваем до того момента, пока услышим, что сахара на дне нет. Поэтому сахар растворился, дальше можно взять миксер. Самое главное при приготовлении мороженого, что это чередование взбивания миксером и венчиком. Сейчас мы венчиком взбиваем, взбиваем постоянно венчиком, добавляем остатки молока и дальше продолжаем взбивать венчиком. Далее мы устанавливаем на газ и перемешиваем, и постоянно перемешиваем. При постоянном перемешивании мы доводим температуру нашей смеси, подготовленной, до 80 градусов. Для этого мы будем пользоваться градусником. У нас есть вот такой вот градусник, который мы потом поставим и замеряем температуру. Она должна быть 80 градусов. Вот таким образом при постоянном помешивании мы проверяем и температуру. Нам еще рано, поэтому мы все помешиваем и помешиваем. Ну, когда мы помешиваем, мы чувствуем, как вот при нагревании вот эта смесь уплотняется, то есть она становится более густой. Сейчас у нас всего-навсего 49 градусов, и мы продолжаем дальше подогревать и мешать венчиком. Вот начинается такая вот пенообразование. Набираем холодную воду и поставим нашу смесь подогретую в холодную воду. Будем охлаждать. Поместили на холодную водяную баню и охлаждаем до 60 градусов Цельсия. И дальше будем взбивать миксером. Если вы любите ванильное мороженое, вы можете добавить чуточку ванили. Ложку возьмем. Охладив нашу перемешивание, мы охладили до 20 градусов Цельсия и устанавливаем холодильную камеру. Взбитая смесь пошла в холодильную камеру на 1,5 часа. Через 1,5 часа достали с морозилки. Сейчас еще раз забьем. Разливаем по емкостям. И получилось мороженое очень вкусное, натуральное и за копейки. Самое вкусное мороженое, то, которое приготовили сами. Свое. Всем приятного аппетита! Ой, це шо, видео.